Други, смотрите, вот что-то мне попался ролик про 1 мая в очередной раз, да, там как бы среди этого прошлого, и вот какая мысль у меня родилась. Соответственно, если она нас бредовая, то пишите, будет интересно услышать ваше мнение, но, соответственно, мнение именно аргументировано. А я попытаюсь донести свои мысли относительно 1 мая и того, что происходило в Питере. Наверное, все помните, что случилось с хвостом колонны, да, то есть то, что происходило, там, сколько было задержанных и так далее, да, что по этому поводу высказался Беглов, ну и так далее, да. Так вот, смотрите, правительство Санкт-Петербурга, ну и, соответственно, власти или кто там, спецслужбы, они изначально знали, какая колонна куда пойдет. Соответственно, они изначально знали, кто в какой колонне будет находиться. Они знали интервалы и так далее, да? Получается, что Единая Россия ушла на Дворцовую, туда, к Исаакию, ну, ушли КПРФ, да, о чем как бы есть в моем ролике, и там это ЛДПР еще, по-моему, было. Да. А та самая колонна, которую отрезали и с которой все это произошло, да, она же должна была пойти к площади Ленина. Так вот, если вы посмотрите, в каком месте ее отрезали и что там происходило, да, то на самом деле возникает вопрос, насколько спонтанно была эта ситуация, или все-таки данное действие было совершенно сознательно спрогнозировано администрацией города, либо там спецслужбами, да? То есть это не утверждение, потому что доказательств у нас нету, и мы не можем увидеть их совещания и так далее, да? Но чисто с точки зрения там анализа, у кого там хорошо с синтезом, с анализом, если не сложно, рассмотрите эту ситуацию по тому, кто куда шел и в какие моменты что происходило, да? То есть могла ли данная процедура была совершенно сознательно быть спланирована на 1 мая? Ну а кем спланировано, тоже можно подумать и, возможно, ответить на этот вопрос. Вот как-то так. Ну, соответственно, комментарии о том, что это бред, глупость и компот, тоже принимается, но аргументированно. Всего хорошего!